20 июля в субботу в Облучье состоится пожарный кроссфит. За звание сильнейших поборются команды 4 силовых ведомств. Они будут состязаться в армейском жиме, гиревой и тяге внедорожника. А для жителей и гостей города пройдут массовые мероприятия. Каждый ребенок сможет почувствовать себя пожарным, надев полную боевую экипировку и позбивать мишени из бронспойта. Начало в 11:00.